Ну, это еще и второй шанс, можно сказать, когда дело ситуации, идея слияния энергии настолько важны, что мы себе прописываем 2, 3, 4 подхода, временные линии, границы, в которых, ну, такие окна возможности, в которых, ну, для Вселенной, для нас это так важно, как для Творцов своей Вселенной, что мы себе делаем план А, план Б, план С, чтобы реализовать это. И вот тогда это характеризуется как еще один шанс, или необходимость, или просьба об еще одном шансе. Шансы на реализацию вот этой энергии и того, что задумано. Уж слишком оно ценно для тех, кто это задумал, и для Вселенной. Слишком интересным или каким-то новым может получиться результат. Слишком ценным для всего мироздания. И для тех, кто это придумал и хочет прожить.